Где здесь что на этой карте? Я не знаю, первый раз на ней. Я предлагаю найти какое-нибудь укрытие более-менее здравое. Мы в дерьме. We are gonna die. We all deep in shit. So deep. Ты понимаешь, что это будет нашим гробом? Да, ну кстати, смотри, справа, слева все довольно неплохо. Сзади только пойдут завалят, а так. Можно в угол забиться вообще. Ну, уже пошли. Ага. Идут с твоей стороны. Приму. Why? For fuck's sake, why you just... Окей, запуск администратора. Слишком много хочу, да? Да, слишком много. Соблюдение, а вот кто это. Мне бы молчать или не стоит? Да, в принципе, как хочешь. Давай, Джеки. Что-то как-то херово мы тут стоим, если подумать. Там их целая куча, они в автобусе застряли и выйти не могут. В этом проблеме. Вот, отходи, полез. Справа. Так, отходим, отходим, отходим. Сейчас меня свинтят. Деревенщины какие-то. Fucking rednecks. Мы, видимо, как Тревор, ненавидим их просто. Так он же сам, грубо говоря, реднек. Нет, он же приехал туда, потому что, говорит, тут люди настоящие. Но при этом он говорит, что они его бесят. Да. В этом противоречивость его характера. Все, последний остался. И получил он с дробовика. Ну, я могу сказать, что это место посложнее будет предыдущего, пока что. Да, здесь особо нычек-то нет. Угу. Со всех сторон все просто так, броник мне не нужен. Мне очень даже он не особо хороший. Печка не нужна. Клашева. Тут можно в контейнере спрятаться. В контейнере? Там есть контейнер? Да, вот я в нем. Контейнерная болезнь. Да там. А, ты тут... Я тоже хочу в контейнер. Давай я освободил. Нам, мы в контейнере, там норм. Как жизнь. Дерьмово, я в контейнере для мусора. В Battlefield мы в ванной сидели. Ага, типа того. Так, парни-то подходят. Парни вообще бешеные. На самом деле позиция довольно печальная. Ужасная просто позиция. Особенно с этой стороны. Так, Джеки сейчас нас сзади будут бэкдурить. Я знаю. Еще камера постоянно приближается. У меня, говорит, брата убили. Да, они лапят. Я походу в полицию одни братья идут. Ага. Ох, хорошо, не легли. Так, я, короче, отсюда выхожу, потому что это хорошо, но давай, я даже стрелять не могу. Так, единственное, что изменилось, господа, это то, что я поменял гейм-мод на мониторе. И я хочу проверить, да? На старой версии сейчас. Новая версия не запускается. Надо проверить. Угу. Сейчас пойдем поуюрим. Угу. Я уж ни на что не надеюсь, ни на что не рассчитываю. Но... Так, что их там как-то много, да? Они все около тебя. А я сквозь все стреляю, мне норм. Так кто-то меня выцеливает, но я не вижу откуда. Вон он, скотина, вон он. Один сидит. Это ж надо, да, с любым ранением они садятся, начинают... И забавный, забавный прикол, Авермедиа все еще использует ВТП. Брат. Авермедиа вообще просто на гребне технологий. Ну, блин, ВТП, чувак. Это же 10 лет назад было. Помню, как это было круто в свое время. Да, игры там качать всякие. Через ВТП. У меня даже на самом ВТП стояло. Так, может, в самолете замечимся, я не знаю. Я смотрю, где здесь что можно. Не-не, здесь реально есть укрытие. Кстати, но... пулемет не взял. Но укрытие укрытием, а стрелять отсюда тоже не получится. Но это уже их проблема. Исключительно половые. Ага. Боковые, я бы даже сказал. Еще я не знаю, где тут запрятался, но это странное укрытие. О, бегут. Бегут! Летят, ух ты. Бегут деревенщины.
Дебильно тут укрытие. Я тебе скажу, одно лучше другого просто. Обожаю эту карту. Так, давай вою пока, я тут ищу новые пути подхода. Теперь пробуем старую версию. О чудо, она запустилась. Пат! Почему игра? Почему? Необъяснимо, но факт. Так, там кто-то по дорожке бежит. И тут целься, ну. Во, кстати, неплохое место. Где? Иду. Здесь на контейнерах. А, ну это то есть... Смысл не поменялся, поменялись лишь контейнеры. Да. Там последний, что ли, вражина остался? Нет. Приехали сзади откуда-то. Ну, сейчас они сюда придут. Отлично. Куда я упал? Здесь, кстати говоря, можно будет отсидеться, если будет все совсем плохо. В этой щели. А, так. Ну, там просто несущая смерть сегодня. Да я потихонечку пошел там справляться. Ой, ребята, вот тут, кстати, вот где я стою, угол очень нехорош. Слушайте, вопрос на засыпку. А в карте захвата есть DVI кабель? Под DVI. Ну, по-моему, от захвата зависит. По-моему, нет. Я буду посмотреть. У меня, кажется, было. Если это так, то я даже знаю, как решить вопрос HDMI. Было очень хорошо, если бы ты его решил. Пока, Джеки, короче, они все у тебя там. Ну, потихонечку там даже не подходят. На двух машинах там гоняют друг с другом. А я норм, у них своя атмосфера. Ой-ой-ой, прям сюда едут. Не хотел бы я на их пути оказаться. Постоянно автоприцеливание вообще никуда показывает. Вон же джип. Что-то как-то никак вообще. А есть хоть враги там? Есть. Наконец-то появились. Я про другое, про эти машины. Они же больные, ты смотри, они застряли. Я вообще не вижу, что он там делает, но... Думаю, ничего хорошего. Труп такой вылетел. Я еще не понимаю, как так далеко гранаты кидать. Могу сказать, что с DMI не получится по одной простой причине. Его в консоли. Нет. В консоли нет DMI. Кстати, да. DVI, если только HDMI в консоли вход. Если был бы DVI, DVI был бы больше. А я пошел рашить. Можно не ждать. Вот, хорошо DVI. А можно как-то в консоли разрешение поменять? Да. Как? В настройках экрана, по-моему. А тут только точки есть. Там есть 720, 1080i и 1080p. Да, да, именно это. А мне нужно, чтобы было разрешение в точках. Нет такого? Нет. Жаль. По-моему, кстати, при подключении... Нифига ты нарубил, Джек Шепард. По-моему, кстати, при подключении к этому... к монитору там появляется доступное разрешение. Или я что-то путаю. Или это на Xbox, или... На Xbox есть разрешение, это я точно тебе говорю. По-моему, на Xbox. Да-да-да, на Xbox, короче. Как дела, Джек? Хорошо. Только до сих пор у нас нет нормального укрытия. Но вот здесь вот, где я держался, то только если они с одной стороны будут идти, тогда отсюда можно кого-то убивать. А так вообще все плохо. Пойду поищу. Вот здесь в жопе вообще можно держаться хоть 50 волн, потому что они сюда не смогут подойти. Снова у них пути только. Но оно в такой жопе реально находится. Жопа в жопе, это в принципе логично. Вот тут они ничего не смогут сделать. Но их ждать тут это полгода пройдет. Ой, короче, надо уже начинать воевать, что-то я исследованием мира увлекся. В мультиплеере, да? Ага. В бою исследования мира. Там, кстати, один, по-моему, к тебе прорвался по правому. А, нет, все. Я недалеко от тебя. Вот этот автобус реально мешает. Да, вот не было бы его. Так, захожу, пробую. Давай. О, вертолет. Все очень плохо. А ракетницу ты взял? У меня нет ракетницы. Да, все очень плохо. Там просто была, и мне казалось, что я ее взял. Что, видимо, я был прав. Так, стрелка убил. Отлично. И вроде как. Не-не. Знаешь, вообще как забить, а я сейчас умру.
пилот умер. Хорош. А нет, стрелок. Подожди, я же пилот. Ты даже еще лучше. Я тоже мне казалось, что пилот попал. Так пилот выпал, он без пилота летает. Охереть просто. Со стрелком на этом. Ага. Парень что-то реально перепутал. Я убил. Все, норм. Да. Блин, у меня здоровье вообще очень плохо. Поэтому там поделись пока. Я тоже. У меня тоже не очень хорошо. Ты кого мадафака назвал, мадафака. Holy crap. Wow. Ну, это как типичный деревенский говорок. You're going down. It's got to be me. GTA Online, вы чувствуете себя грязным, примите душ, смойте себе грязь преступлений. Душ? Да. Джек, ты скоро квартиру купишь? Мне нужно помыться. Ты чувствуешь себя грязным? Очень. Я опять, похоже, присутствовал при каком-то... непонятном разговоре. И не хочу ничего знать. Это что, очень часто бывает. О, это что за говно? Вот нашел же место. Ты как? О, мэн. Придержись, короче. Давай, Джеги, давай. Давай. Кинематографично там меня снимай. Кинематографично, все в меру. Давай. Отличное укрытие, кстати. Блин, Тревор такой стрёмный, страшный. Тревор крутой. Yes, да нифига не крутой, он отвратителен почему-то. Да, сейчас... меня он тоже бесит. Особенно его этот, прическа. Нет, вот он именно этим крутой. О, Джек Шепард. Просто пипец. Стреляй. Да я гранату хотел кинуть, блин. 3 часа выбирал. Там такая, блин, братья побежала. Типа. Короче, 4-я волна для нас по капиталу. Ну, деньги зарабатываем за это. Пол норм, давай еще. В этот раз, я думаю, мы найдем укрытие получше. Да. Подождите меня. Это убивает. Окей. У меня здесь, кстати, очень подлое место такое для них будет. Только так, а мы сначала... себя можем попадать друг в друга? Не, чуть-чуть. Нет, я вообще, я чуть-чуть, то есть, Friendly Fire отключен. А, тогда хорошо. Вообще не можем. Что я немножко по шусту попал, у меня... Я даже не почувствовал. Хорошо, я просто... Видимо, у тебя оно уже было. Спаун, ребят, справа, видел? Ой-ой-ой. Я тебе спину прикрою. Валит. Давай. Прикрою. Так, я к вам пошел. Давай. Я буду спереди прикрывать. Джек, можем так и стоять с тобой. Да-да-да, хорошо будет. Аптечка справа возьми. Для тебя слева. Ага. Педики. Я брату укрытие. А оттуда же посмотришь, да, чтобы... Да-да-да-да, все будет хорошо. Да, даже не пойду к тебе. Красивая работа. Парни, пока. Джек Шепард, ты нарубил там просто дрова вообще. Да это первый уровень, что будет. Не, ребят, что-то я чувствую. Все будет хорошо? Не-не, чувствую, что все будет хорошо. Да вот такое ощущение, что я переключил геймер мод, и консоль как-то стала лучше работать, что ли. Видимо, может, это не зря был придуман. Ну да. Я в контейнере. Все-таки я решил забрать. Только ты смотри, чтобы нам сбоку там не стреляли. Я хорошо. Для этого тут и сижу. Ну все, отлично. Мы взяли кинь. Я прикрою. Джек нормально, Джек нормально. Да, да, я даже не волнуюсь. Жду с своей стороны. Тут еще аптечечка лежит, если что. А вот по мне Джек стреляют что-то. Да, 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 все. Едят песок. Если у Артура будут проблемы, он скажет, ты ему поможешь, а я останусь тут. Угу. Объективно и актуально ты лучше в этой игре. Да, блин, не туда, плохо не что. Сейчас немножко выйти. Так, по кустикам идут. Хорошо. Джек, стреляют. Угу. У меня чисто. У меня норм, да хрена бежит. Но в принципе все. Джек, стреляю. Пушечное мясо. Норм, они даже не попадают там. По мне тоже, но рядом я вижу выстрелы просто. Да, это так, последний. Давайте додавим. Это последний в любом случае. Мы так можем много волн просидеть. Ну да, у меня тут вообще идеальное место. У меня, в принципе, тоже, Макс сказал, прикрывает вообще все отлично. А у меня тоже, что, когда ты сзади смотришь. Угу. Да, подобрал. Я вот за этот уровень 2 фрага сделал. 4.
Артур в нормальное место себе, прибыльное. Ну, в принципе, ему качаться надо, так что пусть он и стоит. Броники забирайте, которые появились. О, тут не то, Джек, что броник, это пулемет. Да-да, я пошел брать, у меня броника вообще нет. Угу. Я пулемет, пулемет брать не тоже взял. У меня по патронам нормально еще. Так, пулемет это всегда хорошо. Согласен. Особенно тебе сейчас там. Да, у меня там ах и бич. Ты броник забрал, кстати, Артур? Спереди. Нет, я не успел. Жаль. Я думал, его Джек возьмет. Я не, взял у нас другой. У нас тут рядом, у нас тут аптечка и броник с нашей стороны есть. Иду помогу слегонцу Артуру, но я тебя прикрываю. Переднее направление сможешь прикрыть? Я? Нет. Да. С любого 80. Да. Вот только там, где упал чувак, могу прикрыть. Понял. Так, мне в спину кто-то гасит. Нет, 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 это не тебе. Хорошо. Это невозможно. Вот тут, которые у Артура по левую руку бегут, обычно к нему не достают тебя снимать. Она живой еще, что ли? Ух ты. Так, что-то едет. Едет что-то, да. Что, займёшься? Савчик. Да, давай, Джек, с тобой вместе. Ой, тут у меня еще появились. Джек, по мне попадают. Попадают больно. Убил одного. Второго за машиной не видно. Ага, убил второго. Еще одна пошла, не снимаю. Я возвращаюсь к тебе, потому что, ну, плотно, видишь, как. Воу. Вообще не... А, не, одного снял. Второго снял. Господи, оно не лагает. Это очень хорошо, по-моему. Помолимся же. Так, они все с вашей стороны идут сейчас. По-моему, это последний. Джек, да. Все, один остался. Так, я пошел за броником. Здесь у меня какой-то, конечно, есть. Ах, скотина! У него дробовик был. Я с тобой пошел так медленно. Все, лежать, тварь. Жесть. Так, на волне я как раз возродился. 4. Хорошая цифра. Да нормально, если с твоей стороны волна побежала, там вообще дикая. А мы все равно получим одинаково. Я даже не парюсь по этому поводу. Я возьму себе винтовку какую-нибудь. Так, я за броником. Машина, кстати, тут неплохо нам. За броником пойду я, наверное. А, давай, давай, давай. Вылазить тогда не буду особо. За этим броником? Я останусь. Нет-нет-нет, Артур, ты этот бери. И бери, это твой. И пулемет там возьми себе. Да, пулемета нет уже, там винтовка. Ну да, я знаю. Я сейчас просто поаккуратнее постараюсь. Понамать. Ой, слышь, у меня... Ой-ой-ой. Вхожу в них, все, вошел, поубивал. Я немножко пошел. Действительно, он многовато резко стал, я не ожидал. Кто трус? Я трус. Секрет успеха в том, чтобы следить за укрытием. Да. Выходишь, умираешь. В целом. Вылазишь, не умираешь. Да, вообще всегда так. Вертолет полетел. У кого-нибудь есть РПГ? Нет. Все очень плохо, особенно для меня. Давай, у меня крыши нет. Давай, Джек, вместе его сейчас. Что-то тут как-то пистолет уже не выруливает. Давай, давай, давай. Так, слышь, все надо. Он Джек, с твоей стороны. С твоей стороны стреляют, Джек. И с моей много, с моей стороны очень много. Джек, о, Джек, на запол. Я вообще никого не вижу. Все, сзади меня подходит. Ой, я меня тоже, я только развернулся тебя. Жесть. Они снизу, вот тут отвлекающим маневром там столько подошло. Причем я по нему пытался по стрелку попасть, сколько пультом, ну, как бы меточка красная же идет. Mm-hmm. Его кровь прям хлестает из него, он не умрет. Mm-hmm. Так, слева деревенщина, что стоит с дробовиком. Да там парень совсем неплохим таким. Он прям в ящик, он бежит, бежал. Я понял. Если мало жизни красной, просто отсидись. До половины стоит. Ой-ой-ой, все, сидеть. Человек подтренировался сзади. А у меня выбора не было, там просто сверху прилетало. Надо было РПГ захватить, что-то я даже сейчас пару тысяч даст, я думаю. Давайте заново, ее же. Да, конечно, заново. Думал, норм. Сейчас включил обратно, нет. Темно? Парни, я нихера не вижу. Я тебе говорил. Ну что, отморозки погнали? Я, пожалуй, пойду куда-то туда же. Там очень круто. Я, пожалуй, единственное, тоже. Там то, что слева прострел вообще никакой. Да блин, бери ты. А, у меня патронов типа много. Парни, нашел классное место. Видите, ну, идею? Вообще вот здесь внутри нам можно все держаться. Как тебе? В каждом угол встал. По-моему, это будет победа.
Так, на то положение прикрыто от тебя, я думаю. Я вообще... Слева. Как туда поднялся? Там лестница есть? Да, запрыгнул через забор. Окей. Можно вообще всем троим там держаться. Да, я не думал так сделать. Но я пока не могу прибежать. Я с тобой. Угу. Джеки, аккуратно сзади. Не, нормально. Вы тут меня кройте, а я буду на другую сторону смотреть. Может, к нам поднимешься? Это просто будет наверняка. Я бы успел, я думаю. Но тут люди. Их много. Они как зомби ходят ночью. Ночью жутко туда. Один под нами, Артур. Сейчас его не будет. Не могу, я его не... О, хороший. Запрыг к вам. Чё-то парней не так много, надо будет потом по-быстрому метнуться за ракетницей. Вы по забору запрыгнули? Да, я вообще спущусь, когда будет таймер, надо броник взять, всё такое. Гайз. Вот отсюда запрыгивай, да? Запрыгай, ну. Не хочет. Так, да я пошел за ним. Вон, где контейнер, с этой стороны наверх просто. Все. Вертолет появляется на четвертой волне, так что пока можно не спешить. Убил. Выходить из берлоги придется только когда где-нибудь один там застрянет в заборе. Понял. Ничего, я уже вышел. Так, я с галашком. Я броник взял. Так, возвращаюсь. Пока терпим. То же самое. Вот здесь, ребят, можно залезть. Видите, где я залажу? Через забор, через карниз, сюда, оп. Угу. Халява. So, where? Ah, okay, I see them. Хорошо держаться тут было, мне кажется. Круговой так. Ага. Что-то у меня FPS дропаться начал. Теперь у меня. Так, не надо. Спокойно. Какого черта? Мы же вроде бы их всех убили. Да все нормально. На, получил. Хорош. От души. Это вторая волна, мать его, ёб. Все только начинается. В такие моменты я вспоминаю Чернорусию. Джек Шепард Сената человек, ты маньяк. Джек Шепард маньяк. Кто-нибудь, меня пожалуйста, возьмите... А, это не ракетница, мне показалось. Yeah. Сначала за пулеметом. Так, дробан взял. I have the machine gun. Йо-хо-хо. Так, парни, кройте меня, если что. Блэк, не здесь, Блэк, смотри сюда. Вот я там взял уже все, что мне. Я имею в виду вот здесь, вот так. Через верх. Да, ага, прикрыл. Там, в принципе, и так тоже неплохо получается. Ну, тут быстрее. Так, так, хорошо. Чего вы хотите от нас? Они сами были не против. Они просто снимали трусы. Ваши жены... Get ну, сам. Нормальные. Get сам. Что ж вы так обозлились? Дети. Так, я пулемет пока припасу. Я, блин, пробил резервуар с водой, из него теперь потекла вода. Yeah. Это игра реалистична. Реализм. Реализм. Да, парень, интересно, здесь можно выцепить? Да, можно. Так, хорошо, возьмем тяжелый. Машина едет. Машина. Да. Приготовились. Вжали булки, господа. А она сейчас будет очень сильно тупить, по-моему. Машина не здесь. Знает, с какой стороны к нам подъедет. Деревенщина. Что с ней здесь? Ненавижу деревенщину. А чего они тебе сделали? Fucking rednecks. Все идет хорошо на самом деле. Вторая приехала. Шину пробил, далеко не поедет. Красава. Бежит какой-то толстячок по полю. Их тут довольно много. Водителя с другом убился нормально. Кажется, теперь я понимаю, почему их жены были так нам расположены. Да. Толстые уроды. Хорошая работа. Нормальная работа. Ракетница нужна. Ракетница. Вон, ты бы ее взял. Давайте Джеку, может. Давай я сбегаю. Не, давай я. Давай. Я ни разу не стрелял.
Я возвращаюсь обратно. Машины, кстати, мешают, я бы их перегнал, но... Ну да ладно. Есть ракетница, возвращаюсь. Окей. Это что было? Это по фарам было, но они не разбились. Угу. Фары хорошие у машин, типа. Хорошие, да. Пуленепробиваемые. Очень вижу много. Просто горы. Угу. Деревенщины. Все, побежали потихоньку. Я уверен, пошел. Кошка, уйди отсюда. Уйди, кошка. Да, нормально все. А, сейчас микрофон просто у меня съест и все. Это классика. Ого, мать твою. С пустынки вроде все спокойно, да? А, с моей стороны тоже все смотрю четко. В центр, ребят, центр пластики. Ладно. Он говорит, и катись в ад. Мы уже были там. Улетели на вертолете. Откуда вернулись? Далеко не все. Вертолет. Вертолет идет, да? Там вон целая куча с моей стороны. Пусть поближе подойдут. Давайте сначала расстреляем кучу, а потом я займусь вертолетом. Вы фокусируйтесь на людях, хорошо? Давай. Так, он что-то знает. О, кошка. Нормально. Мне нужна помощь, меня нужно подменить, ребят. Я же с вертолета имлю. У меня тут толпы. Я понял. Встаньте на мое место. Давай, Артур, ты там, я с другой стороны. Хорошо. Не урожай, парни. Ах. Не пошло? Не пошло совсем. Ничего бывает. Помогаю, по вертолету отрабатываю. Вертолет тоже странный, даже если пилота убиваешь, он летает. Был у нас жесткий, жесткий вертолет. А у нас наоборот, помню, сел. Ой, гость по мне. Убил кого-то, не знаю кого. Выпал так, он. Кто выпал? Так, остался вертолет. Да. Ой, больно, парни, больно. Он очень я больно попадает. Все, пошел вниз, что ли? Нет, все. Я скончался. Все будет хорошо, сейчас мы его запилим. Угу. Смотри, какой живучий. Убил. Красава. Я стою. Пошел падать. Привели парня в сознание. Окей. Командная работа. Это непростая ненависть, да? А больше РПГ не будет, да? Так, броник тут рядом кто-нибудь берет, я бы взял. Я дальний заберу. Я дальний забрал. Давай. Вот он так лежит красиво. Так, забрал винтовочки. Я тоже взял штурмовуху. Так, все, я наверх. Так, а мне бы аптечку наверх. Все. Угу. Лезу наверх. Быстрее, господа. Время терпится. Все на позиции. Бегут с центра толстяки. Ух, какой прострел дикий. Так, ок. Вашего оружия заканчивается, наверное, по штурмовую винтовку. Блин, не самое удобное место, конечно, но в принципе нормально. Почему? Хорошее. Прострел мне не нравится в сторону ангара, как идет. Ой, там очень много жирных бежит, вы видели? Там еще машина приехала. Да. Так, что это было такое? Так, вышел тут один поближе. Угу. Все, прилег. Двое внутри. Я думал, Макс, я стоит помочь немножко. Да. Я с вами. Все. Угу. Давит? Она-то ушла. Пошел он. Я особо не выливаю ничего. Джек, откуда шлем? Купил. Машина еще одна идет. Угу. Готов стрелять. На, ты не выживешь. Убил водителя. Хорошая работа. Ну, да. Еще один на выходе. Готовы. В принципе, их можно ждать, пока не выходят, просто пилить. Да, так легче. Ничего не успевают делать.
Пока что все неплохо. Опа, толстячок. Что-то парни где-то затихарились там. Завершается. Вон там в куче машин. Ага. Ну вот этот жирный, блин, мне нравится, который там за этим, за стеной стоит. Вот этот вот как раз, да. Хорош. Так, уходить надо. Нормально все. Я почти успел скинуться. Мне надо аптечку, кстати. Прикушать. Тут больно мне. Гоу. Так, я бы взял бронь. Я за броник. А, бронь. Ты пошел за броником? Я за дальней пошел. Окей. Ты там не помнишь, где она в этом в самолете? На крыле или где? Не помню. Я помню, там РПГ спавнится. Так, снайперка возьму на случай чего-нибудь. Все, возвращаюсь туда. Из нее тут очень удобно стрелять. Так, я не нашел. Это ты, наверное, пошутил. А вот вижу. Так, мужики, нужен прикрытие отхода. Так, все, короче, топим. Только лежу вверх. Сейчас мне еще спину накидают. Давай. Все, вообще красавчик. Все, мы на месте снова. Да, все хорошо. Какое мы местечко нашли неплохое. Угу. Ого, какой красавчик тут. Подожди, ты не вставай, главное. У меня я возьму этих двоих. Там даже больше, чем было. Машина. Угу. Пусть она просто выйдет. Угу. А там дальше. Пускай едут. Да, она уже тут, я не знаю, настоящая парковка просто. Не говори. Вам нормально? Нормально, все хорошо. Тогда я с твоей стороны займу все-таки. Ох, мне неплохо вошло. Я пересижу. Давай. Убил обоих. Красава. Вторая приехала. Уровень повышен, лавкач, ребят, я левелапнул. Ок, грация, как там говорится. 19. Так, по мне откуда-то попали, когда я в укрытии был. Странно. Да, они частенько попадают. Ты же головой светишь. Бежит. Не добежал. Футбой. А он, кстати, жив, но сейчас, скорее всего, потеря крови умрет. Кошка. Это еще, не последний чувак, я вам сразу говорю. Ну да. Машина идет. Вон машина дойдет. Там волна еще не закончилась. Оп! Толстячок спалился. Помогаю с машинами. Ух, у вас тут машины эти. Я тебе говорю. Серьезно. Справляю ситуацию. Ты просто эпичный. Лучше поставил. Или лучше бы заложил, когда они три машины туда приехали сразу. Оно врывается. У меня аж... Оп. В крышке полопнуло. Чем хотел там вообще? Куда они приехали? Они мертвы. Отлично. Так, я опять тоже место, куда я всегда хожу. Броня мне уже не нужна, кстати, так что берите, я помню. Мне нужно здоровье и броня. Святого. Я отпускаю броню. Так, я к дальней броне покажу. РПГ рядом, кто-то надо забрать. Появилась РПГ. Кто? Сейчас я понял. Сейчас все будет. Здоровье. Хорошо. Все затарились. Так, здоровье. Так, снипушку взял. Страшные звуки от кошки. А, машина даже сесть нельзя. Я понял. Сказать. За РПГ тогда я схожу, да? Так, ну давай сходи, да. Окей, тогда прикрывайте. Я думал сразу за ней пойти надо. О, вижу ее. Все, я на крыше. У меня РПГ. Парни, меня просто отвлекает котята. Это нормально. Котята. Пошло мне в попу. А, мне тоже в задницу заезжает. Нормально, крою. Ага, отлично, я на месте, все. Пол брони сняли. Это мало. По центру идет, что ли, пульсляк? Да. Угу, штурмовая винтовка его. За машиной, с пикапом. Вертолет летит. Ага. Убить толпу надо, потом разобраться с вертолетом. Очень больно. Толстяки научились стрелять, кажется. Дураки взяли в руки дробовики, да? Кто-то погиб на вертолете. Это стрелок. Твоя, сука! Ждяк. Хорош. Спасибо, пацаны. Это все из-за того, что вы верили. Парни, спину, больно в спину! С двух пуль. Ты чё, кто? А мне что-то в спину прилетело неплохо. Так вот я говорю, в прошлый раз так же сижу в укрытии, в спину пришло. Толку, да, откуда не понял. Так, тот, который в пикапах, я ему вроде в голову попал.
Да не помешало. У меня есть газовый. Там пикапов еще есть один, всего номер. Газовый есть, когда будет много народу. Они надышатся и сдохнут. Бейте оставшегося врага. А где он? Понятия не имею. Давайте разбежимся, так сказать, на спавн. Кстати, можно на этот... И нарвемся на парня с дробовиком. Аккуратней. Точнее, в ракетнице можно взять. Я пойду халявную бровь. Он скончался. Он просто там, похоже, от этого, от потери крови. Суицид! А, да, реально, да, потеря только крови. Дело в том, что я далеко теперь. Так это конечно, нормально, сейчас как раз появится. А, кстати, вот этот звук ПП, стрельбы бешеной, он в одной точке стоит. То есть, как будто бы я там стою и стреляю. Угу. И он за мной не движется. То есть, вот мы далеко ушли, и все, он там где-то вдали. Так, парня, я сейчас гранатомет взял. Хорош. Замечательно. Так, все, я наверх. Базуки нет, так-то. Гранатомет тоже неплохо. Ну, по вертолету так-то не очень. Гранатомет? Граната какая-то сзади. Одна граната, и все хорошо с вертолетом становится. Так, появились. Угу. Опять за машинами прячется. У них просто идеальное укрытие тут. Да. Я сбегу за гранатой прикрыть. Ты что, издеваешься? У меня пол ХП, я все особо взял. Не... Взялся, хорошо. Окей. Что-то едет, готовь гранату. То давай, давай, кровь. Джеки, давай, давай. Все нормально. Да, блин, сдохнет оно. Жаль. Так, ну в принципе я мог бы попробовать шарахнуть машины. Лучше не надо, они сейчас выйдут и просто перестреляем, как обычно. Они поехали, короче, домой. Перед кровью кончишься. Так, по центру и по центру тут все вообще плохо. Я бью. От машины входит очень много. С меня гранату может поднимите, не знаю, выпадет, нет. Не, вряд ли. Я сейчас тоже умру. Дело плохо, да? Да, ты один. Угу. Ох, какой у тебя контрастный бешеный. А вы это видите, что ли? Я не вижу, да. Это фильтр просто. А, хорошо. Можешь выбрать фильтр. Это обыкновенный взял. О, можно делать. Выживание. Подозреваем известен в криминальных кругах под кличкой United Shoes. Weasel News. У машины, парень. Угу. У меня смотрю, что у меня есть. Тачка едет. Угу. Я опять спрятался. Ну, как обычно туда. Там у тех машин уже. Сейчас бы гранату тебе туда. Ну, я, видимо, ее там перед смертью как-то съел, я не знаю. Я не знаю, что делать, ребят. Это, походу, последние там. Да. Ну вот смотри, слева от тебя внизу есть граната. Еще идет машина. У меня, кстати, очень плохие новости. Машина к нам едет еще одна. Очень плохие новости, сами поняли какие, да? Опять? Угу. Понятно. А кто не понял, на шусе опять стали сказываться побочные эффекты таблеток, и теперь он все видит с задержкой в полсекунды. Опять ДЦП. Это самое главное, очень вовремя все. Регресс пошел тебе. Ну, пошло. Все, конец. Он, мать тебя, бросил это как... Но мы держались неплохо, по-моему. Очень хорошо держались. 8 волн. 11200. Да. 1920. Ничего себе, я богат! Ты что, Джек, там есть это, как бы говорят, или нету еще? Что? Там. Квартиры. Я думаю, есть квартиры. Пошли все в свободный режим. Хорошо. Снова разбросаны, но не сломлены. Сейчас найдемся. Что, я предлагаю задание какое-нибудь. Я предлагаю... По домам посмотрели, вроде пока ничего не хватает, да? Да, не хватает. Сейчас задание я бы пострелял. А лучше всего погонял бы просто, я не знаю, там, доставить что-то. Давайте лучше... Давайте сделаем дело какое-нибудь. Но у меня смс-ки нет. У меня есть. У меня симоновский. Дела. Наводнение реки никто не знает, что такое. Вроде делали. Делали? Я не припомню. Ну или я делал когда. Есть полный кайф и полный кайф 2, ребят.
Давай полный кайф. Что там надо делать? Если вы удирать из американской военной базы, то представляете, как можно скорее покинуть страну. Бегуны с компроматом удирают... А, это, наверное, на одни мотоцикле, другие на этом. На мотоцикле, да. Парни, давайте наводнение попробуем. К нам давайте. Едет аккуратно. Я думал, сейчас убивать будет. Он сейчас и будет убивать. Трейсеров сразу. Что, набивает, нет? Он вышел из машины? Я его знаю. Нет, не вышел. Если начну стрелять, только скажи. Не, уехал. Ламар предлагает мне задание. По поводу, как называется? San Andreas CU, господи. Давай уже бери какое-нибудь задание. Ага, беру. San Andreas CU. Взял. Звучит? Угу. Ох, какая вот эта машина. Нигерских заданий. А и прикольные. Они, да. Сложность, супер сложно. Мои члены моей банды. Пригласи. Подвинься уже. Я к 90 раз почти прокачал до максимума. Так. Все. Мое круг ходит. А теперь предыстория. Цены на бензин растут как на дрожжах. Грех этим не воспользоваться. Давай иду на заправку в маленьком Сеуле и угоняй оттуда бензовоз. А твой кореш ЛД пока поищет покупателя. Подгони его сюда, я уж тебя отблагодарю. Запускаю, вы готовы? Ага. Бензовоз, блин. Бензовоз это плохо. Опасно. Оно взрывается довольно легко. Мне еще кажется, что полицейские будут замечать бензовоз угнанный. Да, не все нормально будет. Есть. Так, где там моя Леля? Где твои волосы? Капец, а где моя машина? Четырехместная, ребят, пожалуйста. Джек, ох, садись, рули. Че это так, за что лексисик? Могу сказать? Серию досмотрите, пожалуйста, у моих коллег, потому что у меня все-таки просаживается немножко из-за того, что запись записывается. Следующая серия постараюсь это все пофиксить. Норм. Казать все. Печально, конечно. Ты а я что делаешь? Не, самое забавное, что я когда выключил запись, все классно. Ну да, я понимаю. Все-таки запись, возможно, как-то грузит. Да, ладно, Джек говорит, да, бандикам потом поговорим. Потом поговорим. А не, все, я вижу, куда ехать. А обязательно поговорим и потом. Кто поведет бензовоз? Ты? Дело в том, что, ладно, я поведу. А, нужно, чтобы я кто-то еще сяду в машине для отхода был, потому что он двухместный. И это просто замечательно. Повезло. Эпичный вход. Я бы убил, конечно, не буду. Садись, братух. Давай. Сейчас не хватает темы с дальнобойщиком. Там, я не знаю, что-то сели молча. И Артур, сзади люди палят по нам. Бензовоз взорвут. Забрал одного. Артур прикрыл, нормально, едем. Джек, не переживай, с тобой стрелок из первого класса. Давай. Школьной программы. Может, не стоило сюда? Нормально. Арм. Джек. Джек, ты очень плохо водишь фуру. Да, я не шучу. Не мое вообще. Надо подцепить. Я даже не буду спрашивать, как это произошло. Не надо. Не цепится. Не цепится. Сзади копы подходит. А, я зацепил, зацепил, зацепил. Хорошо, хорошо. Все, поехали. Справился. Не спеши, главное. Да-да-да, сейчас копы уйдут. У нас. У меня даже, правда, звезды не показывают. У меня... Все, мы сделали, все? Мы сделали. Все, да, теперь гони. Теперь аккуратненько. Так, мне опять мостик. Давай на шоссе, исключительно по шоссе. Улочкой мы тут не поедешь. Все нормально будет. Если что, кричи, я нажму кнопку и взлетим к ядрене матери. Не надо. Это нормально. Не надо. Копы аккуратно. Вау, женщина катает. Так, мы тут проедем аккуратненько, протиснемся, все хорошо будет. Не проедем, а пролетим. Я всегда хотел покиликать на нем. Шикарно. Давайте езжайте, я, короче, копов маленькую стараюсь слепать. Не надо, они и так нас не едут. Бензовоз, все хорошо. А за вами не гоняются? Нет. Макс, у тебя документы есть поддельные на бензовоз? Разумеется, и Гостюхина есть документы, как дальнобойщик, меня узнают. Окей. Не только немногие поняли, кто такой на самом деле Гостюхин. Очень жаль. Чё, парни?
put Ron in your tank. Надо посадить Рона в наш танк. Положить Рона в наш танк. Поместить. Положить. Выгрузить. Что такое Рон? Это типа бензин или что это? Или это какое-то... Не знаю, может быть топливо какое-нибудь там. Рон. Слышь, братуха, а везти довольно далеко, по-моему. 2.5 километра. Я тебе... А, меточка уже стоит. Да, 2.5, реально. Штурка божья коровка. Типа аккуратней там. Там веса, наверное, невероятно в этой машине. Можешь тебе влетать во все тачки, если что, не страшно. Я особенно с таким приколом сзади. Да, там увесистая байда. Если что, еще трансформируемся в Оптимуса Прайма, это дым говна. А, ну это хорошо. Главное, что ты прокачал это. Что-то мы замедлились. Я даже в скорости не потерял почти. Нифига себе, ты очень потерял в скорости у меня. Чуть-чуть, может быть. Сейчас все как-то спокойно. Кто победит дуэль? Кто точнее отвернет первым, ты или поезд? У меня автоприцеливание на всех включается почему-то. Да, у меня такое же было сегодня уже. Даже когда я в машине... Сзади машина, Артур! Артур. Понял, приезжайте дальше. Где? Где? Сзади... Тут транспорт, там красная точка. Что? Забудь. Это я на пацанов ствол наставил просто случайно. Окей. А, все, я-то думал, машина там. Поезд! Нормально. Это было близко. Такое. Представляешь, последнюю секунду бы успели. Представляю. Так, я пока включу музыку. А то у меня радио что-то не работает. Сейчас все спокойно. А, оно выключено у нас. Вот это давай. Джек, давай радио займусь я, а ты займешься дорогой. Я не слышу музыку все равно. Вот. А нет, слышу. Да что ж ты переключаешь-то? Не трогай радио. Я тебе сказал, радио не трогай. Езжай, я тебя прошу, следи за дорогой. Хорошая работа. Почти на месте. Конечно. У нас, кстати, стоит суперсложный этап, только я не понял, где было сложно. Ну, видимо, соперники убивались бы сложнее. Ну, я видел только на заправке парочку человек. Да. Может, это, конечно, из-за супермаршрута, который ты выбрал? Да, скорее всего, я просто поломал все планы игры. Засада осталась не там. Так, вам лучше уйти вот тут вот направо. Угу. Нам лучше поехать, кстати, на самом деле, как хотела бы игра. Но тоже неплохо. Я не хочу того, чего хочет игра. Угу, какой ты. Это максимум, что он может выжить сейчас горку? Да, просто газ до предела. О, жесть. Ты представляешь, сколько у нас там тонн этой хрени? Черные дымы там загружают. Мы приехали, встречайте. Отлично. Грузи. И вот сейчас вот в этом. Ага, бум. Цистерну. Все, ребят. Легко. И непринужденно, ребят. Что-то как-то странно было. Это было легко. Да. Видимо, на классе уже так. Видимо, да. Три тысячи, что-то как-то не почувствовал. Но зато РП много. Да. Ну все, тогда спасибо, что были с нами. С вами были Джек, Артур, Шус, парни. Всем пока. Пока.